Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале Франс Студия. Сегодняшнее видео я сделаю как бы информационное. Это нам всем нужно, потому что живя в Европе, мы имеем, кто-то имеет двойное гражданство, российское и иностранное, и имеет постоянное место жительства. Карта сижу или как там, карта побыта в иностранном государстве. И вот в недавних пор в России вышел закон о двойном гражданстве в России. Так вот оно, Госдума приняла закон, который обязывает граждан России выделять Федеральной миграционной службы ФМС о наличии у них второго гражданства или вида на жительство в другом государстве и вводит уголовную ответственность за сокрытие этого факта, сообщило агентство Интерфакс. Вот ссылаясь на вот это, я думаю, нужно быть осторожным тем, кто имеет двойное гражданство, но а те, кто имеет карту побыта, так мы знаем, по закону не могут они возвращаться обратно. Но мы все знаем, я не буду этот вопрос обсуждать, по крайней мере. Так, законопроект, дополняющий действующий закон о гражданстве с статьей, обязывающей гражданина России, получившего другое гражданство, в течение 2 месяцев письменно уведомить об этом ФМС. За неисполнение этого требования вводится наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года, или обязательных работ сроком до 400 часов. Законопроект дополняешь так. Как я понял, законопроект обязывает гражданина России, получившего другое гражданство, в течение 2 месяцев письменно уведомить об этом ФМС. Вот на основе вот этого закона сейчас я, будучи на территории иностранного государства, попробую позвонить в российское посольство и попросить у них информации об этом. Что будет, если мы, живя здесь, возвратимся в Россию, граждане России возвратятся на территорию России, и каким способом они будут пробивать вот этот вопрос о двойном гражданстве. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, да. Я бы хотел получить информацию о законопроекте, о котором гражданин Российской Федерации должен уведомить о... Но у нас нет никакой информации на этот счет. Это читайте все в интернете, все проекты. А как я должен связаться? Никакой информации нет на этот счет. Никакой, абсолютно. Я понимаю. А номер телефона ФМС у вас есть? Как мне связаться нет, с ними? Я смотрел, не нашел, поэтому я позвонил. Я тоже не могу вам поискать за вас. Так что у нас, я повторяю, никакой информации на этот счет нет. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, вот мы видим посольство России в Париже. Отворот, поворот. Будем искать номер телефона ФМС. Так, звоним в Москву. По улице, улица Большая Ордынка. Прием на начальника управления. Мне удалось дозвониться.
Так, боюсь, мы не получим никакой информации насчет этого. Не пошло. Время позднее. Или просто сбросили. Ну, скорее всего, время позднее сейчас. Ну, я думаю, все поняли, что я хотел этим сказать вам, чтобы не попасться на штрафы до 200 тысяч рублей. А в других информационных таких лентах я видел, это 5000 долларов выходило штраф и те же 400 часов работы. А если кто-то сможет узнать информацию, конечно, вы можете, не то что можете, хотелось бы, чтобы вы дали информацию насчет этого. Это очень важная и нужная информация, потому что жители наших регионов, да и всей России, скажем, ездят туда-сюда обратно, и в один день на границе с ними может приключиться такое, такая неприятная история. Элементарно, если человек полетел на самолете в Россию, на таможне его спрашивают, каким образом вы из Европы прилетели домой и туда-обратно. Вы показываете свою карту, карту побыта, а там с 2008 года вы уже имеете примерно полученную эту карту или гражданство. Я не знаю, я просто делаю примеры и чревато последствиями. Или закон исходит от числа выхода, вот от числа, когда он был подписан, или уже с тех пор, допустим, с 2000 года, если человек получил двойное гражданство или карту побыта. Тут в законе ничего нету такого, это не обсуждается, поэтому есть какая-то неопределенность. Я сам закон не читал. Ну, у кого есть время и нервы, пусть прочитают, потому что я не люблю вот такие эти моменты в законе, там ссылочки их, это очень долгая история. Будет людям очень полезная информация, я думаю, потому что не все заходят в интернет, не все знают об этом законе. Так что, ребята, будьте осторожны. Лучше сегодня пробить информацию про это, позвоните ФМС, я нашел телефоны ФМС, даже в Чечне есть ФМС. Можно к ним позвонить, но я не понял номер телефона городской, с каким кодом туда звонить. Так, в Москве или Ленинграде там есть с кодом телефона, а именно вот на Грозный там кода не было телефонного, поэтому загвоздка вышла. И мобильного телефона там не было, так что позвонить мне сегодня не удалось. Но так как сезон каникул начинается, уже люди начинают возвращаться, ездить туда-сюда, в Россию обратно, нужно, я думаю, пробить вот это все, эту информацию. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вам, конечно, будет интересно
Если я помог этой информации, тоже оставляйте свои комментарии. Буду очень благодарен. Как я сказал, подписка на канал приветствуется. Ассаламу алейкум, всем удачи. Далее это было на серии.